кто, какая часть, зачем пришел? Алексей, 25-я бригада, войсковая часть, 75-242, войсковая часть, 25-я бригада. Зачем прибыл, с какой целью, кто послал? Прибыли мы на учение. Драйвер, нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть, изначально говорили, что прибыли на учение. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были демобилизованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди, все, по крайней мере, нашей части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Александр, 25-я бригада, та же часть. Водитель, посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что пока мы ничего не хотели. Нас просто обманули и бросили. Та же часть. Та же бригада. Номер части, повторяю, ну. Честно, не помню. Ну, недавно. А, недавно сразу. Резервист? Резервист, да? По резерву, да? А, ничего. Зачем прибыл? Что, тоже на учение? На учение. Как казалось. А когда прибыл? Сколько дней назад? Недели две. Недели две назад, да? Ну, понятно. Попал не знающий, не владея информацией. Даже не представлял, что будет. Мужики, здесь делать нехера. В прямом смысле. Здесь люди сами справляются со всем. И не надо в эту оперу лезть. Что с тобой случилось сейчас? Обстреляли в колонну. Перебиты ноги. Где обстреляли? Уже на территории Украины. Обстреляли колонну, попал в больницу. Дай Бог вылечусь. Кто у тебя в родине остался? На родине остались двое детей и жена на иждивении. Не надо сюда ехать, братцы. Тебе помощь оказали? Помощь хорошую оказали. Больше не надо сюда лезть. Бандеровцы ты здесь не видел? Бандеровцев вообще не видел. Ты сожалеешь о том, что ты сюда Очень приехал? Очень сожалею. Приехали в командировку под предлогом учения с личным составом, который составляет 80% срочников. Ну, на Украину воевать ехать не собирались, убивать тоже никого не собирались ехать. Сейчас нахожусь в городе Полтава, живой-здоровый, в плену. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные, люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. С тобой все в порядке? Со мной все в порядке, жив-здоров, накормлен. Начальник, я же повторил, начальник службы, помощник начальника штаба по защите государственной тайны. Как попал на территорию Украины? И когда? 27 числа построили, в 5 утра сказали выезжайте. Выехали. Где построили? В части? И в Белгороде. Так. И прибыл. Ехали в колонию. Задача. Какая задача стояла у вас? КамАЗ. КамАЗ. Как ранее доведено, доехать до Сумы. А там что? Там окружение взять, наверное, город. Но больше командир не доводил эту информацию, больше с разведчиками общался. Так, окружение город, да? И дальше. Город Сума окружение? Так точно. У вас конкретная задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины. Так точно. Что хочешь сказать? Чтобы война никому не нужна.
нужна. Это очень страшно и обидно. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громче. Не идите сюда. Почему не идти сюда? Потому что ну как здесь тоже люди живут, а не как по телевизору показывают. Так а что ты не бросил присягу и сказал не идите сюда там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Ну ты представляешь, тебе грабы начнут бить по твоей территории. По вам, по женам, по детям. Я все прекрасно понимаю. Ехали на учение. Город Белгород. Ночью подорвали, сказали садиться в машину по колоннам и следуйте за колонной. Так. Дальше. Мы приехали, доехали до границы, мы спросили у командира взвода, что мы делаем на границе. Он нам ничего не ответил, сказал, едьте дальше за колонной. Мы поехали дальше за колонной, доехали до города, на кольцевой, мы потеряли колонну. Какого города? Первого, самого ближайшего. Какая территория? За границу уже. Территория какой страны? Украины. Вы с какой целью сюда ехали? Мы не знаем. Задача цели. Ваша какая была? Не знаем задачи, не знаем цели. Нам вообще ничего не доводилось. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать то, что мне нужно ехать на Украину. Сейчас какая? Воинская часть 91-701. Где она находится? Подмосковье, город Новошаминск. Что ты хочешь сказать? Ну, то, что не ехали сюда воевать. Здесь люди не хотят войны с Россией. Они воюют только за того, что русские нападают на них. Вот я помню. Вы спокойно достаточно. Слава Украине! Відходим, відходим. Валу, дай. Райкор сила! Прямо в рот попалось. Буря цель же! Все цело! Вот, целое, блядь, целое! Вот, держи, целое! Следы крови. Что, блядь, все боли, суки, что ты... Задает, мне на чем поехать. Что, ну, у меня вчера сдох мопед, я вчера ищу. Ты мне звонишь постоянно, я вчера ночью... На шлемник белый. Летал, а почему? Давай я сама свой телефон заряжу и я перезвоню. Хорошо?